Шанс на материнство у семейных пар с наступного года з'явится махчимость бесплатно пройти одну процедуру экстракорпорального оплодотворения. Это станет махчимым, дякуючи указу президента об социальной подтримке особных категорий громадян. У Беларуси ЭК можно заработать только у Минску и Гомеле. Марина Северьянова наведала областный диагностичный медико-генетичный центр и доведалася, как там рыхтуются до нового введения. Вы каждый день на работе занимаетесь чем? Мы занимаемся, делаем детей, грубо говоря. Занимаемся тем, что соединяем мужские и женские клетки в чашках. То есть, говорят про бирках, но на самом деле это происходит в чашечках. Врач пунктирует ооциты, получаем женские яйцеклетки. Мужчина сдает сперму, мы ее обрабатываем специальным образом. И затем в этих же чашечках соединяем мужские и женские клеточки и оставляем их на определенное время. Через сутки мы уже видим, произошло оплодотворение или нет. И дальше начинают развиваться эмбриончики. По законодательству ЭК на платной основе можно робить до 49 годов. Что тычется бесплатной спробы, якая будет махчимой с наступного года, то тут узростовое обмежевание до 40. Есть и иншие нюансы. На сегодняшний день, насколько нам известно, с 21 года, с января, планируется вступить законодательные моменты по поводу проведения ЭКО на бесплатной основе одной супружеской пары. Для этого необходимо обязательное условие, что супруга должна быть до 40 лет, оба должны быть гражданами Республики Беларусь и в официально зарегистрированном браке. На сегодняшний день наша область и, в принципе, страна в целом находится на состоянии формирования комиссии по отбору пациентов для проведения бесплатной попытки ЭКО. Как только появится информация, куда подавать документы, как подавать документы, мы это можем увидеть на сайте нашего учреждения. Каждый год процедуру экстракорпорального оплодотворения у Гомельском медико-генетичном центре проходит около 300 женщин. До речи, летость после процедуры ЭК смогла затяжарить и народить 46-годовая женщина. Але в таком возрасте шансов на удалую спробу становится все меньше. Из этих 300 сколько процедур заканчивается беременностью и родами? Согласно статистике, у нас результативность программы ЭКО 35-40% до 40 лет. После 40 лет эту цифру можем делить на двое. Как и во всем свете, тенденция откладывать материнство характерная для Беларуси. Зразумела, каждая женщина либо пара сами для себя вырашают, коли для их особисто час стать батьками. Але статистика все равно стверджая, что у молодой женщины до 30 годов тяжарность и нарождение дитяти проходит легче и с меньшей рызыкой возникновения патологии. Наши пациенты обращаются в более зрелом возрасте для проведения программ ЭКО или просто даже в обычной жизни для планирования беременности. Дело в том, что европейские влияния, тенденции оказывают все-таки свое воздействие на разум наших пациентов. Но все-таки нужно делать все своевременно. Чем раньше пара обращается за помощью, я говорю непосредственно об ЭКО, результаты будут выше. Коли протяглый час женщина не может затяжарить, лучше за все сходить до специалистов. Тут докладно нельзя марновать час. У ситуации с репродуктивным здоровьем он бесценный. Марина Северьянова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».